Лучший подарок к любому празднику – собственное обустроенное жилье. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в преддверии Нового года торжественно вручил двум молодым людям – Даниилу Васильеву и Галине Шварц – ключи от их квартир. Все, ребята, вас поздравляю. Во-первых, с наступающим Новым годом, Рождеством Христом. Вы в этом году сможете отметить два праздника и Новый год, и, соответственно, получение своего собственного жилья. Причем в квартире уже есть ремонт, мебель, вы можете спокойно заезжать и открыть там лимонад или шампанское. Долгожданный подарок, как путевка в светлое будущее, для ребят совпал с еще двумя знаменательными событиями. Даниилу 18 лет исполнилось 28 декабря, а Галине – 29. Все предстоящие праздники молодые люди будут отмечать уже дома. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, побольше вам радости, счастья, уюта в вашей новой квартире. И пусть там у вас формируется полноценная счастливая семья, будет радость, улыбки и благополучие. Мечты ребят сбылись благодаря реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего за последние 8 лет в ней приняли участие 178 воспитанников. В 2022 году в Одинцовском округе новоселами стали 29 ребят. В 2023 году ее реализация продолжится. Будет выделено еще как минимум 20 квартир на территории муниципалитета. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».